Всем привет, с вами Нерок. Рубрика «Живая игра за дикого». Комментируем. Прям во время игры. Стараюсь собеседовать решение. Для разнообразия. Далее резерв. Тоже хорошая карта. Как правило, я выбрасываю головные уборы, если это не каска. Польку. Если вы найдете касочку, то надо будет потерять время на то, что ее выбросить, потом надеть. И иногда за это время вас могут прибить. В целом, чисто для удобства, для скорости. Да, что-то ничего нет. Мало времени, 22 минуты оставалось до конца рейда. Видать, все залутали. Можем пойти поискать ЧВК, хотя это мне подсказывает опыт, вряд ли кто-то остался. Господи, выходы везде будут. О, самолет, отлично. Да, еще прицел, давай, прицел надо. Афон. Тимофон-то тоже броня, кстати. А второй класс, насколько я помню. А не, первый класс. Вот и подарок. Падает так себе. На открытом. Займу вот это здание, свечкой зовут. Просто народе. Уже бежит. Пацаны. Ого, там толпень. Ох, ё-моё. Там сейчас начнется. Вот этот хрен хотел взорвать. А, там он сверху еще один. Уже работает стеза. Я так и думал, что сейчас будет вакханалия, а мы понаблюдаем, как там. Как там в городце было? Мы не вмешиваемся, мы только наблюдаем. Меня видят? Я не знаю. А, они там в паре играют. Надо как минимум. Они втроем, да? Как минимум их напугать. Не залутали, зараза. Интересует этот слева. Куда он делся? Он же живой еще. Все равно лутает. Окей, лутайте дальше. У них еще мозг как у белки. О, уже не лутают. Опа, сейчас еще рейдера могут появиться. Я попробую с окна выглянуть.
Все равно идут латать. Так, а этот ушел куда-то влево. А вот он, вот он. А он думает, что оттуда стреляет. Так звук же. Звук же не оттуда, чувак. Хотя звук сломан, поэтому... Так, как в городе останется только один. Там еще же они должны встретиться с каким-то пацаном, который на крыше был. Вот так проверим, может трейдера появились. Рядом бот ходит, походу. Наверное, он будет меня убивать. А он фонарем светит, чел? Это ЧВК? Ёпси-мопси, вот это... Интрижка, они на выход идут, типа. На картах сейчас это буду встречать их, они типа на поезд. Это они? Не, плохо отстрелялся. Да, они на выход идут. Ну, а что-то они бесшумно прошли отсюда, я их не услышал, потому что это сирена. Блин. Еще прошло. Ну, потому что я же убивал этих челоботов. А, в него стреляет этот. В него стреляет. Чувака. Так, смотри, вес 300 тут. 300, почти 400. А вот этот челобот, да? А чего, как, кстати, не заметили дроп? У меня грудь пробита. А это бот? А неужели тот успел налутать и что-то там ценного? Ну, хотя пистолетик, да, надо же немножко промывать. Пока стрёмно. Ну, с прицелом. Может, аптека? О, есть. Я думаю, пацаны из-за чувака уже вышли. Что за нахер? Это все боты, да? Вот репутацию все порчу. Они здесь просто бесконечно вечные. Откуда ты стоишь? Не понял, короче.
Судя по выстрелам, так вроде это ты. Стой, дикий. Бля, ко мне, да, опять идет? А! Вася просто дикий. Я чего ушатал? Нет. А чё они не вышли, эти странные люди? Я думал, этот дропчик-то успею подмотать. Но там я... А, это челобот, он просто приоделся. Да все норм. Остался только один, видать, это он. Если вам такой формат заходит, то подписывайтесь, оставляйте комментарии, лайки. И жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Не жмотитесь, я смотрел статистику, 77% смотрят видосы без подписки.